всем большой привет! Мы вышли погулять в город уже на следующий день. Сегодня 3 августа. Пошли в центр показать бабушке центр города, площадь Рынок. Решили сделать это сегодня, потому что если я рожу, то с коляской мы сюда не выберемся, потому что здесь брусчатка и просто будет трясти коляску. Видите, здесь везде вот такая дорога, и с коляской гулять тяжело, конечно. Показываем бабушке город, гномиков дети уже показали. Сегодня 30 градусов жары, очень жарко, поэтому мы здесь в центре погуляем, покушаем тут мороженое и, наверное, будем идти домой, потому что работу никто не отменял. Quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Pasará, me dijo la tristeza. Hubiera replay, cambiaría por ti. Porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán a grito la canción. Qué pena que esto se volvió una condena, pero eso no me frena que fueras ajena. Yeah, yeah. Que tú sepas que te quise amar. Ай, дети брызгаются. Что тут брызгается? Аккуратно, не упади в воду. Милаша, только не залазь туда. Хи-хей. Милашик. Милаша, им нет. Привет. Мы пришли опять мороженое кушать в то же место. Ну да. Классно, да? Заказали уже мороженое. Сядем здесь. И мы опять кушаем вафлю. Да, нравится да. Тебе просто? Да. Мы уже покушали мороженое, показываем. Очень красивые здания. Да, маме напоминает. Что напоминает? Какую страну или какой город? Не знаю, мне немножко напоминает это и Одессу, как бы немножко. Вот я была в Милане 3 раза. Мне немножко напоминает и Милан. Милан. Ну, потому что здесь такие старые есть постройки тоже. Да, такие. Да, да. Ну, красиво, красиво очень, мне нравится. Ну, детки. Красиво. Деткам жарко, они уже домой хотят. Но мы сейчас покажем эту улицу и будем двигаться к машине. Нас все-таки дома ждет Тедик. Вот, так что... Ой, Тимка на тебя наступила. Так что еще чуть-чуть. И ты знаешь, даже вот немножко и Кишинев, вот я бы сказала, вот центр Кишинева. Ты думаешь, мои подписчики знают такой город Кишинев? Только там улица очень широкая, наверное, в 1,5 раза, ну, в 2 раза. Кишинев – это Молдова, если что, вдруг. Да, там тоже очень столица. Красиво, очень красиво. Тоже ну. Есть вот такая вот пешеходная улица, красиво все, оформлено. Короче, выгулили мы бабушку нашу. Потом будем гулять еще по другим местам. Сели мы передохнуть, как у меня отекли пальцы на руках. Вот, аж цвет даже поменялся на какой-то желто-зеленый. Ножки толстенькие пальцы стали. Короче, ждем мы, сидим Диму. Дима не хочет, устал, говорит, идти. Остановился там где-то по дороге. А я лимон ем. А ты лимон кушаешь? А кислый. Дима говорит, у него ножки болят. Остановился и не хочет никуда идти. Влад его уговаривает идти. Мы уже домой идем к машине. Но еще по дороге хотим заехать на рынок, купить голубику. Дома покушать со сметаной. И с сахаром сделать. Но раз Дима там стоит, возможно, мы даже не успеем попасть на рынок. Посмотрим. Короче, сидим, ждем, пока Влад уговорит Диму ехать домой. Посмотрите на это сонное царство. Бабушка спит и дети спят.
Дима рот открыл, Милана рот открыл. Все устали. Все, Влад поехал там в офис, надо ему расписаться. И потом поедем на рынок, купим голубику. Дима все-таки Влад уговорил пойти домой. Он как сел в машину, сразу уснул. Вот, и приедем домой, будем отдыхать. Что у меня уже и ноги тоже оттекли. Вот. Было бы здорово, конечно, родить сегодня. Но что-то чувствую опять. Не тот день. Посмотрим. Ладно, поехали.